Новая мода на смену фамилии теперь всей семьи. Такую тенденцию наблюдают сотрудники ЗАГСа Сургутского района. Журналистам на пресс-конференции она была посвящена итогам полугодия. Они рассказали, что таким образом в муниципалитете поступили уже три семьи. Это жители поселка Федоровского и уроженцы Дагестана. Специалисты также отметили рост числа разводов. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 30%. Решение расторжения брака теперь, как правило, принимают люди старше 50 лет. Необычные имена, которыми называют детей в Сургутском районе – Оскар, Стефан, Лео, Лея, Тея, Николь и Ранель. Из приоритетных направлений работы отдела записи актов гражданского состояния – проекты «Вместе навсегда», «Дела семейные» и «Югорский советник». Все они преследуют общую цель – сохранения семейных ценностей, а последний получил президентский грант.